Уважаемые граждане, 11 декабря 2016 года в один день состоятся выборы в местной Кенеши и референдум. Для голосования вам необходимо иметь с собой ID-карту и общегражданский паспорт. Чтобы попасть в список избирателей, необходимо пройти биометрическую регистрацию. На выборах в местных Кенеши и референдуме предусмотрены отдельные списки избирателей. Вы можете уточнить себя в списках до 26 ноября. Внимание! Для референдума и выборов предусмотрены два разных бюллетеня и две разные урны. Голос не будет засчитан, если их перепутать. Голосуй ответственно!